Вологодская область является абсолютно уникальной территорией, на которой расположено 3500 объектов культурного наследия. Из них 700 включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Мы на сегодняшний день осуществляем более 800 судозаходов круизных теплоходов в Вологодскую область. А это порядка 130 тысяч человек ежегодно посещают наши туристические святыни. Из них 66% или почти 90 тысяч человек – это иностранные экскурсанты, туристы, которые идут по Волго-Балтийскому водному пути в том числе. За последние несколько лет нами разработано 280 уникальных туристических маршрутов по территории региона. Открыто более 300 гостиниц, мини-гостиниц с номерным фондом почти 6 тысяч номеров. Работают 27 крупных региональных федеральных музеев. И вложения в туристическую индустрию за последние 4 года они превышают 1 500 000 000 рублей. По таким приблизительным оценкам, внутренний турпоток вырос на 25%. При том, при всем, что это вот предварительные данные, год еще не завершен. Въездной турпоток в нашу страну в связи с тем, что в этом году проходило историческое событие, чемпионат мира по футболу FIFA 2018, мы все помним об этом, увеличился на 8%. Мы надеемся на то, что вот этот эффект постчемпионатского наследия он будет продолжительным. Надеемся на то, что вот эта позитивная динамика въездных туристских потоков сохранится в значительном периоде времени. Вырос выездной турпоток на 10%. То есть показатели развития туризма очень хорошие, впечатляющие. Я думаю, что не так много, наверное, отраслей в нашей стране, которые могли бы похвастаться столь высокими показателями развития. Мы понимаем, что мы не все еще сделали для того, чтобы всех, кто хотел бы приехать в Череповец, принять, привлечь. И здесь, конечно, очень большие перспективы открываются с точки зрения развития круизного туризма. Вот эта последняя табличка, когда у нас не более 47-48 теплоходов, а проплывает мимо Череповца там сотни теплоходов, сотни. Вот, конечно, здесь мы понимаем, над чем нам нужно работать. И буквально вот после этого совещания, по инициативе Олега Александровича, мы будем уже работать конкретно над проектом развития вот этой причальной стенки, реконструкции нашего туристического причала.